Всем привет! Мне кажется, многие игроки Роблокса коллекционируют лимитки. В этих легко получить или сложно, а может быть даже невозможно. Есть невероятно дорогие и редкие предметы с богатой историей, и этими вещами может владеть только один человек. И сегодня я расскажу о таких вещах. Вы на канале Воксаги, а мы начинаем. Первые два предмета — это Доминус Питатиум и Лорд Зеоф Сисератиум. Надеюсь, я правильно прочитал. Мало того, что они невероятно дорогие, они продавались еще за тикеты. Тикеты — это такая валюта, как и робуксы, только выдавались они бесплатно. Добавились тикеты с 2007 года и продержались до 2016. Тикеты можно было обменять на робуксы. Но когда тикеты уже хотели удалять, Роблокс сделал что-то по типу распродажи, где были эти две вещи. Одна стоила 5 миллионов тикетов, а другая 2,5 миллиона. А потом с этими вещами ничего нельзя было сделать. Но теперь их можно только либо продать, либо затрейдить. Следующая вещь — это Банхаммер. Он появился в 2009 году и выдавался админам или людям, которые находили баги или читеров. С помощью его можно было убивать игрока или отбрасывать его. Смотря на название, он не мог банить игроков. И после нескольких лет больше эту вещь никому не выдавали, и она потеряла свои способности. Но на аватаре выглядит круто. Следующая вещь — это Living Art Stanley Knight. Этот аксессуар выдавали 9 победителям конкурса «Лучший аватар». Сейчас их хобби только 5. Скорее всего, другие игроки наверняка были забанены. Следующая вещь не очень дорогая и редкая, но это Headless Horseman. Эта вещь невероятно популярна, и все ее покупают только из-за головы. А головы-то нет. Можно сказать, что люди просто платят за воздух. Продается эта вещь только Хэллоуин.